По знакомому пути, но к известному финалу. Очередного продавца наркотиков взяли бойцы столичного наркоконтроля. Судя по количеству дурмана, планы у сбытчика были весьма серьезные. Среди прочего, только альфа-ПВП изъято 2000 доз. Видимо, продажу психотропов парень решил сделать не просто своим хобби, а делом всей жизни. На этот счет у оперативников был свой взгляд. Лавочку прикрыли, а продавца задержали. Оказалось, что для последнего подобный исход не был сюрпризом, скорее предсказуемым финалом. Подробнее Карина Пашкова. В дом на улице Кидышко правоохранители пришли не случайно. По информации оперативников, в одной из квартир жил сбытчик наркотиков. Долго искать продавца смерти не пришлось. Задерживали дилера сотрудники наркоконтроля совместно с бойцами ОМОНа. Позже экспертиза показала, в арсенале у торговца было несколько видов отравы – альфа-ПВП и гашиш. Задерживали мужчину прямо в его квартире. В апартаментах оперативники обнаружили 380 граммов альфа-ПВП. По данным специалистов, это порядка 2000 доз. Также стражи порядка нашли и гашиш. Сообщается, что этот вид наркотика дилер приобретал для себя. А вот альфа-ПВП задержанный продавал. Фасовал порошок смерти продавец у себя дома. Молодой человек трудился на один из интернет-магазинов, выполнял роль закладчика. В этой должности он успел поработать не более 2 месяцев. По данным милиции, за этот период времени минер сумел оставить десятки закладок. Он не являлся оптовым закладчиком, а был непосредственно розничным закладчиком. Таким образом, фасовал закладки по 0,5 грамма порошка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант уже ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков на территории Российской Федерации. Известно, что задержанный мужчина жил вместе со своей семьей, женой и ребенком. Пока неизвестно, знали ли его близкие об увлечении родственника. Сейчас оперативники выясняют, где дилер закупал товар. В отношении торговца дурманом возбудили уголовное дело по части 3 статьи 328 «Незаконный оборот наркотиков». Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. Карина Пашкова, Илья Максимов, «Зона X».